Я его люблю и ненавижу одновременно. Что со мной? Со мной что-то не так? Или это неправильная любовь? Что это? Это амбивалентность. Одно из базовых свойств человеческих отношений. Амбивалентность – это два в одном. Самые сильные положительные чувства соседствуют с самыми сильными отрицательными. Это абсолютно нормально, просто нам об этом никто не рассказал. Они контрастируют. Мы можем зависать на одном или другом полюсе, но без одной части нет другой. И нередко на психотерапию приходят люди, которые думают, что они ужасные родители или какие-нибудь безнадежные супруги. Только потому, что видят вот эту вторую часть, обратную сторону Луны. В очень сильной любви, без всплесков ненависти, нет динамики. Очень важно, чтобы отрицательный полюс не перевешивал. Если мы примем амбивалентность и научим ее понимать ребенка, научим подростка знанию о том, что он ненавидит маму и в то же время может ее любить, не поймем это сами в своем браке, нам будет трудно. Итак, амбивалентность – это ключ ко многим проблемам. Спасибо за ваши лайки. Присоединяйтесь к нашим программам. До встречи.